И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт, Макс и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Я нашел в Play Market. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт, Макс и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF Sister Location. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну что, Дима, сегодня мы очень мощные охранники. У нас нет энергии, ну что, все было по-честному, у нас будет очень жарко, и мы должны будем открывать или вентиляцию, или какую-то калитку. Ну, дверь. Да. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем потихоньку начинать. Патрик, ну что, как у тебя настроение? Да, приятного аппетита. Уходите, мужики. Все, валите отсюда, ой, это наше. У твоего этот зайчик через стены светится. Так, ну что, так, по старой традиции. У нас есть камеры, ребята. А ну вот поклацай. Щелкать. Чик, все вообще по красоте у нас. Давай сначала покажем карту, потому что карта новая. Правая, случайно нашел. Так, все, давай покажем. Посмотрим. Здесь, короче, кто-то нагадил. Ну, как бы, я не знаю, очень грязная пиццерия. Просто ужас, какая грязная. Я очень маленькая. Станцуйте. Польку дрестушку. Так. Celebrate. Это секретная комната. Рука провалилась в стену, но это нормально, так должно быть. Микрофон похоже на булаву какую-то. На биту. Здесь у нас ящик, замазанная картинка говном. Здесь почему-то очень все белое. Это что там? Это вентиляция. Кто-то в рай, что ли? Не знаю. Это портрет. Так, смотрим, что здесь у нас. Они тут сидят все. Здесь у нас бэйби провалилась под стену, это нормально. Ну-ну. Классный стикер. Ой, постер. Да, у Лефти рука провалилась, а скраб-бэйби наполовину провалилась. Вот и вся пиццерия. Вот наши камеры, они везде расставлены, по всем местам. Все четенько у нас по феншую. Смотри, а там сзади какая-то лысая пашка. Дай пирожка. Ага, о, нет, так, все. Закрываем двери, проверяем работоспособность. Фух. Так, пока нормально. Смотри! Че, уже нападают так быстро? Нифига себе. Так, вот это левая сторона, это правая сторона. Это что-то там левая, это правая. Да. Классно придумал, молодец. Смотри, он замерз. Это на правой стороне, Димас. Все, стоим. Стоим, не дергаемся. Классная карта. Даже необычная как-то. Пусть она и маленькая, но она очень атмосферная. Здесь же как-то как насрали на стену. Это вот классно смотрится, да. Да, очень. Вот так атмосферный спрет еще. Человек старался, говно на стене рисовал. Это тоже не каждый сможет. Кто там? Знаешь, чем минус? То, что мы когда закрытые сидим, нам, во-первых, не только жарко, а еще и душно, а еще воздуха не хватает. Не-не-не, вентиляция ж была открыта. Если у нас ты пернешь, то мы задохнем. А, он стоит здесь, уходи. Так. Фонариком надо посветить. Он ушел. А, иди. Димас, я его дверью хлопнул. А что калитка за... Ага, понял. Так. Опа, ого. Смотри, какая головешка пришла к нам. Две головешка, головешки. Уходи. Ого, они прям в камеру заглядывают. Давай проветриваем тут с другой стороны. Жарко очень, да. Не успел я в нее. О, я такого зайчика уже где-то видел еще. На этой карте. Иди, башка. Фонариком надо посветить ему в лицо, смотри, видишь? Все, ему слепит, убежал. Класс. Фредди, у него такой глаз, один красный, а другой черный. Он еще сливается с картой, прикольно смотрится. Ого, это ухо у него такое здоровое. Да. Да кто там лезет, уходи. Ты что лезешь, Дима, надо эту сторону открыть. Давай. Кстати, Димон, я нашел новую карту FNAF 6, V3 версия. Не прошел. Так что, ребята, если хотите, чтобы серию мы следующую записали на карте FNAF 6, ставьте лайкосик. И, кстати, мы больше людей возьмем. Думал, мы тебя заметим. Заметим. Заметили. Фух, жарко. Давай хоть проветрим, все двери открыли. Жарище. А, плюш-трап. Мочи его. Бей его. Уходи отсюда. Чё-то я вспомнил, мне кто-то зовет. Патрика откусили жопу. Мы продолжаем дальше. Без кусочка. Диман, поклацай по кибиткам там, я в коптерке сижу. Я тебя вижу, ты справа.
Привет, Дима. Открой мою сторону, я сейчас резко забегу. Давай. Опа, закрываемся. Фух, Димон, это было стрёмно. Ну, мы тащим. Это было интересно. Так, 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 что у нас там по камерам? Вам там не жарко? Не, да. Опа. Опа, смотри, какой плюш. А это добрый, он ничего нам не сделает. Мага, это мага добрый. Так. Как-то странно. Как двери закрываете, говно? Открой мне дверь. Это что такое? У нас кто-то в кибитке сидит. Смотри, у нас терминатор выпал. Ништяк, это откуда? А, это новый вид аниматроников. Знаешь, что? Это когда человек аниматроника съедает. Вот, да, такой получается. Киборг. Когда улетает сюда киборг. Он так переваривается и становится полужелезный, полуэтот. Так, ну ништяк, ништяк. Так кто двери клацает? У нас, Димон, заело замок один. Это кто-то за спрингтрапы кошмарные. А ну побей монтировкой по кнопке, может сработает. Ух! Он не боится фонарика этот? Блин! Нет! Димон, я думал, ты фонариком по голове ему дать, он меня убил. Ладно. Шоколадно. Так, мужики. Вот этот челик становится невидимым, и потом нам тут дверь открывает. Пошел, пошел. А, пошел. Это он! Да. О, ты его что, убил? Да. А, ну нормально. Давай труп потащим. А ну стой, дай я по животу попробую. Смотрим по камерам. Это что за чупа? Что за рыба? Чупа-чупс какой-то приплыл тут. Дима, это справа выглядит, с правой стороны. Дима, я тебе говорил, твои грибы пропавшие. Ты нет, давай есть, давай есть. Какие-то рыбы. Что это такое? Открой правую сторону, Дима. Это грибы! А! Грибы! Что за звук кончик? Нет, Димас, она такой не подписывался. Какая-то стрёмная ночь, мужики. А опа, челик пришел. О, я его знаю, приходи, заходи. Димас, а это кто? Я не знаю. Привет. Какой-то гоблин. Димон, грибы больше твои есть не буду, и картошку тоже. О, чего? Это маскировочный. Смотри, а это что за... Смотри. Ой, блин. Ого, двойники тут сыпятся. Все, идите отсюда. Все, уходите, хватит нам тут. Шутки ваши. Грибная пиццерия. Плантации грибов выращивают. Да смотри, да что ж такое, Half-Life 2 рулит. ГОшники пришли. Да-да-да. Альянс. РТ рулит, залетай, будет. Ха-ха, это было фаталити. О, идет! А я иду, иду на работу в пиццерию. И я пришел, пацанов убива. Не успел маску одеть. Блин, я тоже забыл за маску. Маска, я кто, кстати? Человек. Да. Хорош тут, мужики, ходить. Да ты че? Ты дипер. Дипер. А дипер это человек. А, ну да, в принципе. Открою тебе тайну, кто смотрел грави. Балора! Димон, да главное, не двигайся. Она поет, тихо-тихо, слушайся. Пусть проходит, не двигайся. Тихо-тихо. Говорю, не двигайся. Так я пернул только. Да что они тут проходят? Майкл Джексона пересмотрел. Идите сюда. О! Не получается воевать, но мы должны. Димас, нам нужно посильнее пушки, понял? Я знаю, я же тебе сказал сразу, тебе надо. Да смотри, что делают, как у себя дома, что ли? Криминалом занимаются. Так, на зачитка. А, Димон, чилакс! И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!